Тестовый забег кошки на гребне крыш получается, да? Идем смотреть. Бра-па-па, дополнительные элементальные сферы, как не достали их добавлять сюда. Турту-турту. Давай мне анимацию милашную какую-нибудь. Ей, Почта России. Вот она, русско-китайская дружба, что они даже посылку от нашей Почты России в игру запихнули. Блин, ну два хвоста, прикольно. Прикольно, шортики у нее такие миленькие. Все атаки с какими-то прыжками. О, первая атака, смотрите, какая милота. Лапкой вперед. Глаза. То есть мяу. То есть или как там кошки делают? Да, выкидывай свой меч, конечно, он тебе не нужен. Лапками. Че это за анимация прикольная? Волосы поправляют. Класс. Не, ну кошка с человеческими ушами, конечно, жесть. Хоть ножки у нее. Я нам же говорили, что она как бы может принять и полностью вот йокайный облик, полностью кошачий. Вот лапки ей просто нравятся, а все остальное, видимо, ей удобней в человеческом облике. Давай, Undertaker, удачки. Жаль, только на вопрос не ответил, шутит. Нет, пока не собираемся. Ешка, да, ну это сейчас посмотрим, все, понятное дело, что она превращается в кота. Мяукает еще. При прыжках, ек. Давайте смотреть. Фавоний 2-2, чисто под щиты ее, короче, сделали, 40к хп. Нарезка коробок. А, да, я заряженную не сделал, там же заряженная крутая. Лапками. Очень милый перс, конечно, очень милый, миленькие эмоции всякие при атаках, там вот это все. Щит, поглощение урона максимально 25,6 от хп, урон 166, урон удара срочной посылки на эко 10, урон удара когтями 230, все это от силы атаки, а не от этого. 25 от макс хп, это звучит как очень крепкий дендрощит. Если взять ее здесь в тестовом забеге, 40к хп, это 10, 12 примерно, 10 тысяч хп щит, не, так себе, мне кажется, норм. Единственное, дендрощит, наверное, да. Спасибо, это подарок получается на свадьбе. Жесть, спасибо огромное за 10к. Donation accepted. Спасибо за поддержку. Вау. Это мы в субботу пойдем в бар. Вот, будем вкусными коктейльчиками обмазываться. Вот, обязательно там в телегу куда-нибудь поскидываем. Вот, будут. А донатик надо будет вырезать? Ты знаешь, наверное, нет. Потому что, скорее всего, с этого алерта не заблочится видео, просто монетизацию украдут. На монетизацию пофиг, а блочится оно, короче, от этой, от Си за 3333. Я его даже сделал теперь ровно на одну цифру, чтобы он еще реже прокол. Вот. Ну, надеюсь, по идее, нет. Короче, не знаю, по-моему, щит неплохой такой. Ульта 912% урона. Разово в 60. Подожди, это разово, а потом еще взрыв кошачьей мяты. Ящик разделяется на множество. Цифра прикольная. Упс, не вовремя. Не-не-не, нормально все, нормально. Это ни на что не влияет, хулишарк. Просто на ютубчик. Он просто монетизацию заберет, которой и так нету. У российских стримеров, у ютуберов. Ну, она есть, но ее нет. Undertaker, сабочка, спасибо. Спасибо за сабку. Первый тир, первый месяц. Welcome Developers of Paul в чатике. Юзаймод, спасибо. Так, давайте смотреть пассивки.
Кабри зайца врага получает урон усиленной упаковки, эффект усиленной упаковки. До трех раз состояние завершается каждый уровень. Усиленной упаковки дает Кирари по одному щиту безопасной перевозки. Поглощение урона 20% от щита безопасной перевозки удара, если уже находится под щитом. Оставшийся урон суммируется. Классно. Более крутой щит. За каждые 1000 хп урон, наносимый метеоритным ударом, увеличивается на 0,4. А урон, наносимый неожиданным отправлением, на 0,3. Да. Здесь в хп-шку урон не вшили, а вшили его в талант. Вот так-то. Значит, можно фармить ХП. Позорище с 2016 года. Нормально. Нормально. Как и рар в отряд, животные, из которых можно добыть мясо, сырое мясо, цельное мороженое, больше вас не пугается. Ну, это фигня. Класс, класс. Реально можно собирать 2-2. Можно, наверное, собирать в саппорт в 4 дендросет, конечно же, ХПшных, если нужен саппорт в дендросете, чтобы снижать дендрорезисты. Но 2-2 прям выглядит вкусно. Двойные скейлы от пассивки копейки. Ну... Да, поэтому желательно ХП, криты, дендро, наверное, кубок, да. Ну ладно, сейчас посмотрим, сейчас пойдем подеремся, что ли. А что у тебя по статам? 1126 на 94 восстанова есть. Нет дендро. Я урона не жду, честно говоря, да? 597. Угу, критом, по-моему, было. Ну как бы бутоны чуть дамажат, но мастерства тоже нет особо. Здесь тестовый забег этой Фишли, да? Ну, типа. Что-то там Десу говорит. Мяу. Ульта сколько? 60, но 190 восстановил, наверное, даже перебор с учетом. Ля в какой позе застыла. Жесть. Эсса. Ну не, щит довольно крепенький, мне кажется. Достаточно неплохо. Посмотри на рисунок созвездия. Ты бежал. Давай, давай, Undertaker, давай. Коробка. Красивая. Красивая. Будешь смотреть Summer Game Fest 8 июня. Не имею обыкновения заниматься просмотром всяких стримов, где там всякие игры анонсируют. Ну, может быть, не знаю, вряд ли. Они обычно ночью идут по российскому времени, я ночью не сижу. Такое себе занятие. Нешка, как у Саю. По факту это Дендро Саю, да, так и есть. Ну, скейлы от ХП, только вместо хила она еще щитует, и вообще она миленькая. У Саю тоже миленькая. Но это более миленькая. Она кошка-девка. В общем, да, сортами все просто. 2-2 собираем, наверное, и миллилит. Можно 4 дендро, можно... В теории можно 4 миллилита, чтобы под Ешкой качать. Ну, не, бесполезно. Скорость атаки, силу атаки на 3 секунды качнешь, потом поменяешь перса. Нельзя. Миллилит не подходит. 4 вот этих штуки тоже вряд ли. Там какой-то урон надо получать, они подходят. Сияние в рукаше, оно только под дехи. Все еще, да? Можно эмблему. Ну, ульта интересную цифру пишет, вот эту вот 900. Можно попробовать фу эмблему с ХП восстанова и так далее, и в уроны по электричеству бахнуть. Ну... ВМС и бутоны. Ну и третий, кстати, да, вариант, наверное, под Ешкой создавать те же бутончики под Нилой. Можно. Мне кажется, можно. Нет, конечно, никаких бонусов под это дело, но можно попробовать. Можно под 800 МС собрать сет на бутоны и как бы дендры по водичке бить. Не... Давайте глянем созвездие. При активации неожиданного отправления Кирара создает одну дополнительную симен кошачий мят за каждые 8000 своего хп, таким образом до 4. Ну вот вам и цифра хп, которую вам надо собрать минимум, если у вас, например, C1 внезапно. 30 тысяч, да. 30 тысяч. Второе. Срочная посылка. Метеоритный удар врезает в другого члена отряда. Он добавляет, наделяет его щитом в коопное созвездие. Бесполезно. Даже дочитывать не хочу.
Когда обычные атаки, заряженные атаки, атаки падения активного персонажа со щитом безопасной перевозки. 30к, 32, ну 30. Падение активного персонажа со щитом безопасной перевозки или щитом важной попадают противникам. Кирар совершает совместную атаку. Эй-эй-эй-эй-эй, полегче, это же не Ханкайса Рейл. Используя малые семена кошачьей мяты и наносит Дендро урон в размере 200% от своей атаки и силы атаки. Наносимый таким образом урон считается уроном взрыва стихии. Эффект может возникнуть раз в 3,8. Время отката общее для всех членов отряда. Обычные заряженные со щитом попадают. Кирара делает совместную, создавая Симен 200 от атаки. Ну, окей, да, это типа просто. Вот четвертая хорошая, видимо, больше Дендра статуса накладывать. Немножко урона. Путь радости, да. А тройка, кстати, что качает? Ешку. То есть щиты, это ульту, да, хорошо. И шестой, когда Кирара активирует элементальный навык или взрыв стихии, все члены отряда поблизости получают бонус урона всеми элементами 12%. Щитовик, саппорт, немножко бонус на всю пачку. Неплохо, шестое клевое. Шестое клевое. Так, в артефактах поговорили. Таланты вкачивать ешку, ульту, потом базу. Базу вообще не обязательно. Артефакты, да, оружие, фавони, отлично. Все, что дает ХП, типа меч Нилу, меч Омут, однорук, да. Что-нибудь на мастерство, может быть, церемония, наверное, зайдет, чтобы дважды обычную ешку... Нет, не очень зайдет. Вот и всего, наверное. В пачке, ну, в любой пачке, где нужен дендростатус, где нужен щитовик, например, а не хиллер... Да. Да, особенно с электричеством Дендра, как всегда, либо с водичкой на бутонах. Вроде, как будто бы статусы неплохо накладывает, особенно врезаясь кошечкой. В принципе, ну, по слаймам понятно, пробегаем, что каждый слайм создает по бутончику. Красавец. Кстати говоря, я так понимаю, вообще не могут, да, оттолкнуть в... Там, тут сопротивление максимальное в охоту. Очень долго в ешке бегает прям. Очень долго, прикольно. Вот и, в принципе, весь обзор, да. Хорошая, миленькая девочка, в целом щит неплохой. Статусы вроде бы выглядит, как будто неплохо вешает для гидра, для электро. Плюс может немножко дамажить, под, если насобрать хп и с апстатами. Критов норм. Норм. Ну, милота, конечно.